Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. В ближайшие сутки погоду в Латвии определит область повышенного давления. И этой ночью ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый и местами образуется туман. Минимальная температура воздуха плюс 9, плюс 14 градусов, но местами может похолодать до плюс 7, плюс 8. Днем Латвия окажется в центре антициклона. По всей стране ожидается сухая и солнечная погода. Ветер западный от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха плюс 18, плюс 23 градуса. В Риге этой ночью плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в столице преимущественно солнечная погода, и воздух прогреется до плюс 19, плюс 21 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. На этом о погоде все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего вечера.